Космосе на площади Советов сегодня прошла первая репетиция городского парада Победы. Напомним, День Победы в Котласе в этом году пройдет в обновленном формате. Традиционного шествия Бессмертного полка не будет, акция отменена по всей стране из соображений безопасности. Зато на площади Советов 9 мая пройдет свой парад Победы. Он начнется в 10 часов утра. Участие в параде примут все силовые структуры нашего города. К ним присоединятся кадеты, курсанты и юнармейцы. В 11 часов колонны от площади двинутся в сторону Вечного огня. Мероприятия, посвященные Дню Победы, пройдут во всех микрорайонах города. Адресные поздравления получат котлашане-ветераны Великой Отечественной войны. Каждому отправится выездная бригада. Концерт они дадут прямо под окнами ветеранов.